Наименование квеста – «Незваные гости». Цель квеста – заставить трех своенравных долгоновов побежать в сторону степей. Описание квеста – «Не беспокойся, с Зинтажем все в порядке». Зинтаж изучает, что произошло, когда река вышла из берегов. Видел тех высоких птиц, что стоят на речном берегу. Зинтаж думает, они попали в беду. Землетрясение и наводнение вынудили долгоновов уйти на тот берег реки. Теперь они боятся переплыть реку, а перелететь сюда просто не могут. Если они останутся там, они погибнут. Зинтаж не любит насилие, но, может быть, ты сможешь напасть на них там и испугать так, чтобы они перебрались на другой берег. Сможешь? Я люблю всех маленьких животных, эх. И всех больших тоже люблю. И мне больно смотреть, как ты делаешь это. Но это для их же блага.